Доброго дня. Компания «Бери баню», Тюменская область. Сдаем очередной объект. А баня 4,5 на 6,5 метра. Сруб в чашу. Фундамент ленточный. Покраска Aquatex Extra, цвет дуб. Крыша металлочерепица, цвет шоколад. Снегозадержатели, водосточная система и отливы по периметру, цвет кровли. Фронтоны, карнизы, вагонка. Тоже покрашены, как и сруб. Дверь металлическая, с терморазрывом. Освещение по просьбе заказчика вывели на улицу. Два светильника светодиодных запитали по просьбе заказчика во фронтонах. Решеточки для проветривания чердачного пространства. С этой стороны на фронтоне дверь для контроля и обслуживания дымохода. Из комнаты отдыха выходит у нас окно метр на метр. ПВХ, парной и мойки. Окна деревянные, 500 на 500. Пройдем внутрь. Здесь также розетка влагозащищенная. Выключатели. Так, комната отдыха достаточно просторная. Также по просьбе заказчика максимально много розеток, то есть раз, два, три, четыре розетки. Кабель ретро, песочный, розетки под дерево, щиток также под дерево. Вентилятор. В холодное время года очень удобно включается вентилятор. Холодный воздух задувается в баню, и теплый воздух выходит через эти лючки из парной. Печь, как обычно, колпаков, чугунная, отличная печка. Так, пол, доска шпунтованная с утеплением в комнате отдыха. Так, окно получается поворотно-откидное. Так, и еще поставим здесь сетку москитную. В мойку и парную дверь стеклянная, матовая бронза, стекло 8 мм. В мойке полы проливные, доска 50-я, под полом стяжка с выводом канализации за пределы бани. Мойка, скамеечка такая осиновая, из осины. Так, окно 500 на 500. Двухстворчатая. Одна створка матовая. В углах термосветильники в деревянном абажуре. В мойку тоже такая же дверь, бронза матовая, 8 мм. Так, бак для горячей воды Ферум, 75 литров. Вода нагревается через теплообменник, встроенный в печь.
печи с облицовкой, талькохлорид и закрытая каменка. Дымоход Ferrum, мини-рид для пожаробезопасности с воздушной прослойкой. Здесь также два термосветильника по углам в деревянных абажурах. Полог осина, угловой, подспинники тоже осина. И задвижная скамейка. Очень удобно, когда при парении получается. Вытяжка Басту, плиточка под печкой. Здесь также пол доска 50, проливной. Потолок в парной и мойке вагонкой через фольгу, вагонка осина. В комнате отдыха потолок, доска шпунтованная. Потолок везде с утеплением 200 миллиметров минвата. Вот такая красивая, классная банька получилась. Вот и все на этом.